Правительство Ленинградской области берет на себя возведение Горбунки-арены. Спортивную площадку в поселке Ломоносовского района построят к началу нового учебного года. Приступить к работам должны уже в мае. Правда, подрядчику придется начать с нуля на другом месте. Стадион появится на территории школы номер 3. При этом площадка будет доступна всем жителям. Напомним, попытка муниципалов построить стадион оказалась провальной. Несмотря на то, что из областного бюджета выделили свыше 30 миллионов рублей, подрядчик остановил работу уже через месяц после их начала. Причина – разразившийся конфликт между строительной компанией и администрацией поселка.